я нить. И на себя мне надо низать, собою все прошить. Они читают стихи, дискутируют, учатся, обмениваются опытом. Третий евразийский форум «Лифт» – это литературный фестиваль фестивалей. В этом году собрал рекордное за свою пока короткую историю число участников – порядка 200. В Сочи приехали представители 50 регионов России и 27 стран. Практическое значение этого фестиваля прежде всего, и это намного выше всего остального, это общение людей разных регионов, стран и так далее. С некоторыми людьми можно встретиться только здесь. А это писатели, поэты, критики, переводчики, сотрудники библиотек, редакторы литературных журналов, издатели. Полноценными участниками большого просветительского форума стали и читатели. Писатели могут общаться с читателями наравне. Писатели могут задать своим читателям свои вопросы, а, конечно же, читатели могут задать свои вопросы писателям. Как они получают вдохновение? Каким образом они восхваляют свой народ и свою родину? Максатбек Гапыров в Сочи приехал из Киргизии. Он активный читатель. И не только. В молодости увлекался поэзией, сегодня вновь взялся за перо. Я студент Москвы был в молодости. Я очень ходил много на литературные вечера. Тогда очень было в моде Сергей Есенин. Вот мы почитали его и все время читали его стихи. И вот как-то у меня проявился интерес, я тогда начал писать. Сегодня Максатбек активно занимается поэтическим переводом. На фестивале «Лифт» уже нашел целую группу единомышленников. А библиотека имени Пушкина сегодня пополнилась книгами из Монголии и Австрии. Их в книгохранилище передали сами авторы поэтических сборников. А с творчеством других авторов-участников фестиваля можно было познакомиться на книжной ярмарке. Вот эта площадка возле библиотеки Пушкина, она предполагала только круглые столы. Выросла она у нас до свободного микрофона, до книжной ярмарки. У нас здесь будет около 40 презентаций книг, где будут читать писатели. Цель фестиваля – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии. Крепнуть они будут не только в рамках образовательной программы. Например, завтра в рамках форума его участники совершат благотворительный забег в помощь реставрации детской библиотеки Сочи. Одним словом, программа фестиваля «Лифт» обширная и разнообразная. Ну а по итогам конкурсов фестиваля будут названы имена лучших авторов, а еще читатель года. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.